Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В Новый год каждый человек готовит подарки своим близким, родным, знакомым. А вы знаете, что вы можете сделать подарки на богатство? В сегодняшнем видео я вам все расскажу. Чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем взамен. И это касается абсолютно всех областей нашей жизни, в том числе и финансовой стороны. Если в вашей жизни настали трудные времена и деньги перестали к вам поступать или замедлили свое поступление, задумайтесь о том, что, возможно, вы сами своими мыслями, действиями перекрываете этот поток. Не позволяйте себе негативных мыслей относительно ваших денег и ваших сбережений. Не завидуйте тому, кто добился богатства или успеха. И когда вы тратите деньги, не отдавайте их сожалению, ведь таким образом вы только перекрываете себе все потоки. Но существует практика, выполнив которой, вы можете улучшить свою финансовую ситуацию. Подготавливая подарки своим друзьям и близким на Новый год, возьмите за правило класть в них монетку или хотя бы небольшую купюру. Вы можете обыграть этот небольшой подарочек, положив деньги в отдельный мешочек или дав в лапки мягкой игрушки, которую так часто дарят на Новый год, особенно в виде животного, символа наступающего года. Или же вы можете положить деньги в небольшой конвертик или открытку. Не так важна сумма, которую вы дарите в Новый год, как сам факт того, что вы совершаете магическую волшебную практику. Вы делитесь своим богатством со многими людьми, и оно обязательно вернется к вам в двойном размере, усиленной положительной энергетикой новогодней ночи. А вот вкладывая деньги в подарок, проговорите такие слова: «Я богатый человек и делюсь своим богатством. Чтобы стать еще богаче, я желаю стать богатыми и процветающими всем, кому дарю деньги в новогоднюю ночь». Один раз сказали, положили монетку и дарим подарки от чистой души. И вот действительно постарайтесь от всего сердца пожелать благополучия, благосостояния всем, кому вы преподносите денежные подарки. Не забудьте еще одного важного человека в этом списке – себя. Сделайте символический подарок себе, также вложите в него деньги и положите под елочку. Вы можете написать себе открытку с пожеланиями и приложить к подарку. Таким образом, вы тоже будете привлекать энергию благополучия и благосостояния к себе. Не упустите свой счастливый случай в новогоднюю ночь, чтобы не пришлось ждать еще целый год. Обязательно сделайте эту практику, когда будете готовить подарки, и вы посмотрите, что обязательно следующий год принесет вам много богатства.